А что если... Full Control? Почему бы и нет? Давайте возьмем хиксы, станы, всякую вот эту тему и будем контролировать оппонентов и посмотрим, что из этого выйдет. Full Control. Вот оно, вот оно. Жесть. О, и тебя туда же, дядь. Да не надо мне, у нас всего кто, все под контролем, бро. Ой, я тут вообще контроль... Я просто пытаюсь и контрол-вэшить еще. Full control. Full control. Прикиньте, сколько контроля. Тут сетка, там стан, там еще хекс. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня новый видосик рубрики «А что если?». А что если... Full Control? Почему бы и нет? Давайте возьмем хиксы, станы, всякую вот эту тему и будем контролировать оппонентов и посмотрим, что из этого выйдет. Специально эта тема для Джавахира. Джавахир у нас промотивировал на эту тему, но я давно хотел такой видосик. И, кстати, подвернулось время, и поэтому я решил сделать этот видос, ребят. Поэтому надеюсь, он получится интересный, фановый. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать такие видосы. И всем спасибо, кто смотрит, ребятки. Начинаем. Что ж, я так думаю, я пойду на шамане. Кто у нас там еще? Леон будет. Далее. Думаю, надо хаоса. Хаоса пусть Дармоед поиграет хаосом. Еще что-то со станом надо. Желательно нагу с сеткой. Что это такое? Не надо минера. Где там контроль? Минера не надо. Просто в лобби так получилось, что я не договорился с ребятами, и поэтому приходится договориться сейчас. Но я в любом случае хотел сыграть на шамане, поэтому сначала говорю сразу, что я на шамане пойду. Ну, кто сыграет, решайте. Пятый слот МБ. Сам на Леоне. Да. Дармоед на хаосе. Ага. Разобрались. Нагу бери. Или ЕСа. Можешь ЕСа взять. Ладно, решили. Тогда если Нагой, вернее, если никто не может сыграть ЕСом, то мне придется играть ЕСом. Поэтому, ребятки, сыграем на ЕСе, немного поконтролим, порофлим. Ну, я надеюсь, получится интересно, поэтому сначала баним. Баним, ребята, и погнали. Ребята внизу заряжены, готовы к победке. К победке готовы. Так, алхимика не банят. Химик, бан. Запаримся его ловить. Ладно. Ничего страшного. Погнали. Ерцбруйкер у нас сегодня в студии тогда будет. Let's go. Ерцбруйкер. Берите сразу, не тяните, ребята. Так, смотрите, что нам бы еще добавить такого интересного, чтобы было круто. Цемка, ну такое. Цемка такое. Самая четкая тема должна быть это от вот этих двух героев. Потому что сетки, станы и хиксы. Это самое крутое. Именно поэтому я и хотел играть на шамане, чтобы контролировать весь процесс, а не стоять сбоку и где-то подпукивать, знаете, есиком. Но есом нормально под дизейблем тоже, я думаю. Ну, круто получится. Я думаю, круто получится. Химика никто не берет. Так.
Магу с фул сеткой бы сюда еще. Шаман, норм. О, нага фул сеткой будет. Хорошо. Красавы. Отлично. Так, ну что, готовимся тогда. Пойдем мы сейчас по центру. Центральный коридор в нашем распоряжении и пойдем душить. Так, у нас тут все есть, все хорошо. Отлично. Ну, в общем, я думаю, получится довольно-таки интересно тем, что чисто вот этот контроль, да? Прикиньте, сколько контроля. Тут сетка, там стан, там еще хекс, сетка, там еще стан, хекс. И тут еще стан. И вы прикиньте, как мы должны вообще тут доминировать. За счет того, что у нас такие кнопки. Я, если честно, не знаю, насколько жестко мы будем доминировать. Но я думаю, это будет прикольно. И мы будем стараться. Стараться, стараться, еще раз стараться. Я под фарм... Алло, свое... Иду. И пойду гунгаить. Гунгаить. Хорошо. Ребятки, не забывайте смотреть другие видосики рубрики «А что если?». Там очень много фановых видосов. Реально фаново. Там такие, как «Крысиное нападение», там, или «Догоны», или еще какие-то там видосы. Там, я уже даже не знаю. Там «Киборг-убийца» один чего стоит. Там вообще жесть. Столько видосов, что я, честно... Даже уже и не все вспомню, потому что их реально очень много. Они все... старался я их все делать с ребятами, чтобы они были такие более-менее доработанные. О, ну давай. Давай. Давай, давай, давай. Вот так делаю, ребят, подождем. У него мана будет еще на хук. Стан. Отлично. Ганг превратился в ганг. Молодцы. Хорошо. Ну вот и первая жертва, ребята. Первая жертва у нас есть. По кайфу. Жаль, я один был. Ну так. Так смешно, он сейчас зажал сам себя. По кайфу, парни. Так, у нас тут алхимик. Надо фармьюит делать. У него сапоги там уже. Я думаю, пробьем его. Думаю, пробьем за племя. Хорошо, чуть отойдем. Надо соло-куру себе взять, ребят. Хорошо, давайте немного армора купим. Арморчика немного. Оп, хорошо. Чтобы крипы не так сильно били, можно будет немножко уплотниться. Оп, хорошо. Оп, да плюс еще этот арморчик 0.8, но ацит немного проще будет приниматься. Хорошо. Хорошо. Чуть лас хитуем. Но тяжело. Фил нужен. Фил нужен, прям вообще must have. Не добью. Наша задача просто сейчас в миду выстоять, взять ботл, желательно на 6-м левеле парня этого убить. И все будет офигенно, ребят, будем почти двигаться, я на руну пойду, я заберу. Заберу. За контролем, так как в миду, оп, экспа, хорошо. Так как в миду у нас такой напряженочкин. О, гоу, почему нет? Попробуем. Как говорится, пул контроль начинается прямо сейчас. Погнали. Бро, давай, ну давай, ну чё стоишь? Хорошо, ой, тайминги какие, брат. Ну, надо немного тайминги шаману подтянуть, и будет все хорошо. Что я там, в любом случае, хекс он просто в стан дал, могли спокойно убить. Ну, пойдет, пойдет, неплохо. Пул контроль начинается прямо сейчас. Шаман, немножечко... Мне кажется, тайминг не выдержал. Хеточку под... хекс! Хекс никогда не торопитесь давать, потому что у вас будет очень много времени, чтобы дать хекс, ребятки. Очень много времени. Просто аккуратненько подождите и все. Чуть-чуть подождать надо, ребятки. Оп, хорош. Тотем. Возьмем. И чувака нагнем. Вот так выразимся. Вот сейчас вот так сделаем, немножко схимичим. Оп, вот так вот, хорошо. Сапожочек. Батлышку на всю выпиваем.
Г. Мака. На пятом левеле говорит. Да сейчас бы могли. Хорошо. У него там пятый уже. Ну, у меня, кстати, чуть-чуть получше сейчас. Несмотря на то, что у нас у обоих монетка. Но его только что забрали, алхимик. Но он нормально стоит, более-менее. Фаново. Фаново стоим. Так, он пошел на руну, да? Он, скорее всего, побежит сейчас под стаки себе. Сделать какие-то... Ой, хорошо, кату вкусную добил. Ребят, пойдем на руну. Экспу берем. Найс. И все, на руну бежим. Вот здесь монету ребята не законтрили. Это очень плохо. Но у них внизу что-то там тяжеленькая ситуация. Тяжеленькая ситуация. Хорошо. Тык-тык-тык. Готово. Пойдем пробежимся. Ой, сеточки не зашли. Сетки наги. Сетки шамана. Ребята, сетки наги. Сетки шамана. Смотри, смотри, печет их. В разные стороны разойдитесь и все. Но я его заберу. Заберу. Куда пошел? Он, по идее, уже все, отошел. Вот здесь будем принимать. Если сейчас закрою, вот здесь будет вообще хорошо. Хорошо. Дядь, не, ну не варик тут. Оп, хорошо. Такая красивая, хорошая фиссура получилась. Получилось неплохо. Отлично. И на ТПшечке на мид. И второй ТП зачем мне сделал? Ладно. Пойдет. Но пока что, но внизу у ребят тяжелая ситуация какая-то. Не получается у них немножко сконтролиться. Давайте вот так вот сделаем. И ТПшечку. Отлично, он на стаках, вот там вот, да. 100%, потому что он ходит туда. Ходит туда. На подстаке. Сейчас тоже пойду туда. Иду. Давай-давай, Курочкина. Уф, фармит, фармит. Го там. Ну, рано, хиксы, сетки, все вот это. Стан, бро, стан. Стан, бро. Сейчас я тоже как дам стан. Ух ты. Хорошо, что ты подошел. Как прекрасно, что все мы сегодня здесь собрались. Но я, чтобы застилить, чтобы не было суицида. Пойдет. О, еще один. Ну, давай. Давай. Пойдет. Все, ок. Рано хекс. Чуть рановато хекс. Могли чуть-чуть подержать. Держи. Что нужно? Ты что, дядь, меня убивать собрался? Мерч врагам. Отлично. Хорошо. Немедленно. Давай, давай. Немедленно. Закрыл 100%. Там вообще без вариков. Отлично. Full контроль, дядя. Жесть, это просто full контроль. Фиссурой закрыл там, оп, подошел туда-сюда. Но с МПшками у меня все плохо. Full контроль, дядя. И это full контроль. А если сейчас лопнет алхимик, то он тоже устал. Он за нас, он тоже за full контроль. Хорош. Интересно. Ну, если честно, прикольно идет пока что. Начало такое, знаете. Это еще не full состав сейчас full контроля. Это ж вообще жесть, какой фан будет. Хожу базу и погнали. Как хорошо, что здесь от Эхо Слэм так вдвоем они подошли. Я специально не отдавал сразу. Думаю, хух увидел, пуч подойдет. По-любому надо будет отдавать. По кайфу, хорошо. Шаман. Шаман. Нагу брось. Пусть Экс получает с Лионом суету на воде. Я в дагер, наверное, выйду. Хорошо. Пойду руну возьму. Так, внизу заберу. И низко. Контролим внизу. Я можно было бы дагер добить. Пусть пушанут. Я враги. Отлично.
Нету никого, ушли, да? Это печально. Я вот время могу сейчас просто так потерять так. Я могу уже даггер выколотить. И наводить более жесткую суету. Пойдем даггер добивать. Хорошо. Немедленно. За племя. Что нужно? 200 до даггера, это хорошо. Отлично. Так, на топе суета. Ну что? На топе суета, сейчас полетим, если что. Хорошо. Ля-ля-ля, бегают, бегают пацаны. Здесь там. Отлично. Прикиньте, сейчас бы на телепорт хватало бы, но у меня только на даггер хватает. Отлично. Что нужно? На даггер только хватает. Ну что? Я враги. На город наш осадили, напали враги. За племя. Не буду дальше. Отлично. Не пробью. Эхо слэм. Не нанесет столько урона. Ну что? Немедленно. За племя. Немедленно. Отлично. Пойдет. 9-й левел. Все, гоу. Го вместе наводить, ребята. Ну что? Суета уже здесь. Вот так сделаем. У нас Нага, я так понимаю, тупо фармища. Сетку она не максит, она тайтбрингер. Вот поэтому не очень люблю брать на видосы ребят, которых я не знаю. Во-первых, у него мут. И он ничего не пишет. Во-вторых, тут сетка надо. Сексу. Ну ладно, сексу надо. Сетку размакшиваешь и кайфуешь просто. Такой фан был бы. Жесть. Отлично. Немедленно. Отлично. Сетку просто размакшить. Немедленно. И let's go. Отлично. А он фармит получится. Вон там. Немедленно. На город наших ходят. Пуч, трал. Сейчас суету наведем. Ребята, идем, наверное, делать фулл контроль. Немедленно. Наверное, я пока не знаю. Отлично. Немедленно. Фулл контроль. Отлично. Хорошо. Поэтому я хотел на шамане, чтобы напрямую участвовать в этом, но... Немедленно. Так. За племя. Трал, вон он. Я враги. Немедленно. На город наш. За племя. Отлично. Пойдет. Забежим опять туда. Можно было чуть лучше фиссуру положить. За племя. Отлично. Немедленно. Отлично. Хорошо. За племя. Отлично. Пойдет. Опа, фулл контроль. Ребята подработали. Так, один Леон там потеет. Пока не получается у нас по контролю, ребят. Потому что нету там. Юла сейчас соберем, еще доберем, будет красиво. Леона похоронили. Очень обидно. Не успевает вот этот вот каракатиться у нас на шамане. Поэтому шаман нужен активный. Шаман нужен активный. Ребята не универсальные. Играют на 2-3 героях. Поэтому немного тяжеловато. Отлично. Немедленно. За племя. А писака. Я враги. Так, мне хилку кинули, это хорошо. Немедленно. За племя. Что нужно? На город наших союзников напали враги. Ну что? Что нужно? Отлично. За племя. Опа, пошел контроль. Нормально. Смоки десиды, да надо будет, сейчас пойдем. Next Юл делаем, ребят. Юла делаем. Юлы. Нам и хаос нужен, чтобы станы кидал. Он тоже в армлет выходит. Ребята, немножко не поняли сути. Ребята, вы должны вместе с нами играть, а не фармить. В этом смысл этого видео. Отлично. Вот так вот, стан, еще стан. Но я тут могу сейчас откинуться.
Жесть. Печально. Ребята немного не выкупили сути. Нага тупо фармит. Нага фармит. Ой, пойдет. Хотя бы так разменяли. Они, видимо, не поняли сути, надо объяснить. Нага. Через аркану. С сеткой. Вместе с нами. И хаос. Также. И душим. Они не поняли, да, походу? Печалька. Алхимик Радик. Да нет, а там еще Радика. Знаешь, где его Радик заканчивается? Вот я сейчас покажу его Радик тебе. Сейчас покажу, брат, Радик. Чекай. Смотри. Ох ты, уходит. И, о, не уходит. Ай, ну, блин, а Цит кинул, прикинь. Ладно. Если бы Цит не кинул, кайф был бы. А то он так сначала отошел, подошел. Чего? Че ты ходишь? Он сейчас за пул контролится. Ага. Проверяй. И не ударил. Ладно, вот так сделаем. Ну, сеточку ему, дядь. Души его. Хорошо. И к шаману прям. Ну че, жми кнопку, дядь. Оп, хорошо. Вот. Вот это то, что нам нужно было. Дизраптор, байбэк. Это плохо. Хорошо, фул контроль пошел. Я отойду. Ух, тут в меня хейт какой идет. О, еще и этот тут. Вот это печально, растянули меня тупо. Все в лоу хп. Ай-яй-яй. Что-то как-то не удается у нас. Опа, опа, Леон подошел. Наделал вещи. Хорош. Красава, бро. Так, отлично. Законтролили. Законтролили. 19-18 по КДА, при том, что у меня 10 фрагов. Не очень законтролили. Не очень. На город наших союзников напали враги. Жесть. Так, ну у меня эхо почти есть. Надо юл сделать. Юльчик. Юльчик сделать. Внизу чемист фармит. Сейчас к чемисту полетим. Эхи нету. Ух и ахи. Эхи у и а у у и и у а. Ну вы поняли. Эхи и у. Как? Эхи и у и ахи. Подожди. Эхи. Ахи. Так, у него уже Радик есть. Он там в лесочке стоит, 100%. Ребят, давайте не будем тогда сильно бегать. Я смотрю, ребята не выкупают немного. Возможно, возможно. Я не обещаю, но сделаем каточку на шамане. И я покажу то, что я хотел показать. Каточку на шамане. О, ну и кто там еще? Подсос какой-то пришел, да? Ага. Подсосик. Опа, напряг, напряг, напряг скляночку. Лопнул. Лопнул. Отлично. Что нужно? Немедленно. Такое. Юльчик надо. Наши воины вступили в бой. Заходи. О, форса. Ну это конечно. То есть там форса. Это уже не то. Отлично. Не то, если там форса уже. За племя. Не то, если там форса. Надо фармить, я стараюсь бегать. Но не фармлю. Юльчик бы. Жесть, алхимик, кстати, сюда мог прийти на стаке. Не дошел он чуть-чуть. Я ж себе делал заготовку. Пока пофармим юльчик, сделаем, ребят. Отлично. Но, в принципе, катка потная. Это радует. Потной катки, как правило, немножко интереснее, по идее, должно быть. Отлично. Посмотрим, как у нас получится. Пока что
Ребята в команде не очень поняли, я объяснял все дело, да, что нужно делать. Но я думаю, чуть-чуть в дальнейшем получится получше. Чуть-чуть получше получится. Хорошо. Ой-ой-ой, красавчик на шамане, хоть ману дал. Next, наверное, сделаем таки все-таки катку на шамане. Я покажу, чтобы было интереснее смотреть этот контент, ребятки. Full контроль. А что если full контроль? Если честно, в голове пусто по шуточкам, но каточка должна быть интересной сама по себе. Вот так берешь, даешь. Приказывай. Так, юла есть, да? Контроль его, контроль, контроль. Вот этого сейчас вот так сделаем. Этот тут на трале пришел хейтить. Ну, в размен Леона, конечно, но... Такое. Ну, сейчас стан по лбу получишь. Хорошо. Пойдет, найс, выхукал. Мне понравилось. Урну бы. Урну надо, хаосу. Ну что? Проблема. Отлично. Немедленно. Проблема. Смерть врагам. Немедленно. Контроль пошел, дядя. Фул контроль. Вот он, фул контроль. Сейчас этот ТП даст. Скорее всего. Где-то вот так надо будет фицуру держать. Ля внизу. А, он не даст, да? Г. Дядя, я помогу. Станчик даешь, да? Я ТП даю. Стан даю. Кидай в меня. Оп, вот так сделаем. Ой, четенько. Надо уходить, правда, отсюда. Не с кем больше его контролить. Просто не с кем. Просто не с кем. Ты посмотри, какой он, а. Сеточку, дядь. И ломаем его. Хорош. Блин, сетку поймали? Нету ничего. Он убивает. Ну что? Он убивает. ХЗ. Отлично. Отлично. Так, ну, химика усмирили. Усмирили, ребятки, next там Лотар. Через Лотар, конечно же. Ну, с классического ЕСа здесь соберем. С ребятами в контроле, да? Ну, прикольно так, нормально, в принципе, подконтриваем. Все равно, там, хиксы, юла, это все... Это все такое дело. Отлично. Немедленно. Отлично. Это все такое дело. Проблема. Это все такое дело. Сгинет враг. Оп, хорош. Проблема. Немедленно. Сейчас дофармим чуть-чуть Лотариуса. Проблема. Сгинет хорошо. Пятером надо. Пятером бы собраться сейчас. Добираем Лотар, ребят. Есть. Отлично, и погнали. Во-во-во, хиксы, станы пошло. Ай-яй-яй, там много. Там все не фармят, да? Хиксы, станы пошли. О, еще хекс. Еще сетка. Вот этот вот таракан вонючий. Хорошо. Ой-ой-ой, смотри, Вич-доктор тут еще. Вот так, да? Еще там стана, еще сеточки. Да ты че у меня вот эти склянки даешь? Ксин там еще, контрольте его нафиг. Я не могу пройти. Жесть, вот это жестко. На самом деле, ребята справились в драке просто на кнопках. Жесть, просто на кнопках. Гоу. Контроль вот этого. Ну вот этого. Отлично.
Хорош. Хорош. Пойдем на базу сходим. Он умер. Жесть, там ребята расконтролили просто нереально. Давайте вот так сделаем. Там хиксы, станы, там летит все. Чисто пацаны ничего сделать не могут. Хоть и такую драку они там, да? Сделали. Что нужно? Во-во-во. Первая жертва. Стан есть. Сеточка. И убивают. Ой-ой-ой. Сетку? Хорош. Ой, армлет, зачем выключил? Немедленно. Хорошо. Немедленно. Вот так вот. Хекс. Ай, вот пуч вот этот чисто. Давай им туда. Кнопки. Во-во-во, пошло дело. Пойдет. Пойдет по красоте. Красиво, раскайтель, надо только шамана не отдать. Сейчас, сейчас, я вардики поставили, ребят, не справляются немножко. Оп, вот так, хексы, станы. Ну вот, пуч, конечно, напрягает. Пуч напрягает, конечно. Пуч дает вещи в этой катке пацанам покурить немножко. О, вардик сразу, казнить. Да, он пусть скоро собирается. Отлично. Хорошо будет. На ранней стадии нужно просто актив делать. Чтобы было красиво, интересно, фаново. Растопчу. Чтобы фаново было. Там такие герои еще неприятные, и они еще пацаны играют. Растопчу. Немножко некомфортно. Герои там такие. Дагер. Так, хорошо, у Наги есть. Наги все есть. Так, немного не то купил, ну да ладно, положим. Да соберем. Куру положим пока. И ТПшечку имеем. Двойную давайте. Го. Го, в пятером. Контроль. Контроль, пацаны, в пятером. Что нужно? Отлично. За племя. Погнали, кого-нибудь найдем сейчас. За племя. Где враги? Ну, я думаю, мы тут под вардами ходим, в этом проблема. Отлично. О. За племя. Наши воины вступили в бой. Четыре их там. Четыре их. Ну, что? Их четыре там. Они все сюда стянулись. Отлично. За племя. Это не, немножко не то, что я хотел. О, ну вот, тем более. Ой, Нага, молодец. Б. Можно будет попробовать на развороте, хз. Все под контролем тупо таким. Отлично. Немножко не то, что я хотел. Они сразу стягиваются, видите, в пятером. А хочется, вот... Хочется, я покажу, что я хочу. Я покажу. Но не в этой катке, скорее всего. Не на той роли я играю. Надо поменять одного игрока, который не умеет на шамане. Я покажу, что нужно сделать будет. Я именно через мид хотел шамана. Может, он и может, да, сыграть на шамане. Но именно немножко не то сейчас. Не тот контент показываю. Сейчас катка на ЕС. ЕС как дизейблер хорош, но не на все 100. Го вот этого. Вот надо просто... Вот... Вылавливаете? Сеточка, стан, юльчик, стан, сеточка. Вот что хочется показать. Вот что хочется. Ну что? Вот что хочется. Вот что хочется. Я покажу это. За племя. Отлично. За племя. Ребята немножко немобильные сейчас. О, лес. Трал еще очень много грязи делает. Ну что? Во-во-во, сейчас вот тут фармить будет. Или не будет? Что нужно? За племя. Они встали, вон стоят просто. Ну что? Встали, стоят, на хайграунды залезли. За племя.
Жесть, неужели мы постоянно под вардами ходим? Отлично. За время. Я враги. Неужели постоянно ходим под вардами? Отлично. Немедленно. О, вот этого можно. Отлично. Вот этого, хиксы, станы, поехало. За время. Да фанься! Зачем ты его убиваешь сразу? Ну что? Ты чё, дай контента. Дайте контента. Фиглы. Что вы делаете? Кстати, щегол это птица такая, между прочим. Ой, жесть. Сразу пальцем. Зачем? Поропли, он тут один. Никто не зацепится вообще. Ай-яй-яй. Блин, вот это самый кайф сейчас был бы, да? Прикинь, контроль, контроль. Тык, тык, тык. Сетка, стан. Сеточка. Такой кайф. Сина бы как-то выцепить. Было бы круто. Сина бы как-то выцепить. Пока что видос идет так, ну, на 2 с плюсом. Пока что не чувствуется того, что я хотел сделать. Пока что вообще даже близко не чувствуется. Но убиваем. Убиваем. Вот туда. ТП и фан. ТП и фан. Что нужно? Сетки, хиксы. Отлично. Туда его. Немедленно. А, в глимере ТП отлично. Дает. Этот вон летает, не знаю. Отлично. Немедленно. Он уходит постоянно. Отлично. Жесть. Немедленно. Торчить для него сделать, что ли? Отлично. За племя. Отлично. Немедленно. Да он не пойдет далеко. Они далеко не будут ходить. За племя. О, пацанчик. Отлично. За племя. Там еще форс будет. Немедленно. Форс. Отлично. Немедленно. Не дают, пацаны. Отлично. Не дают. Отгинет враг. Не дают. На город наших союзников напали враги. Что нужно? Отлично. Немедленно. Отлично. Хорошо. Главное, трала утилизировали. Гоу. Трала. Немедленно. Отлично. За племя. Опа, пошло. Фул контроль. Бедолашка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, но нету, но не хватает маны мне на то, чтобы подработать там дальше, гоу на базу слетает, а у нас тут крысиное нападение, между прочим. Ну что? Крысиное нападение. На город наших союзников напали враги. Крысиное нападение у нас тут. Немедленно. Смерть врагам. Ну я его расконтролю. За племя. Да ты шо? Вот с Радиенса, да, подпилишь, будет некомфортно. Ой-ой-ой, вот этот еще браконьер пришел. Смотри. Ля, какие нам низ решили сломать. Ой-ой-ой. Отлично. Да ты же. Ага, еще. А, там пуш, по идее, да? Нет? Такой какой-то не ремнант. Отлично. Не ремнант. За племя. На ТП, наверное, отлично. Ушел уже. За племя. Ну что? Немедленно. Я враги. Ну что? Надо драку идти делать. Ну что? Го, запушим. Что нужно? Ну что? Сделаем переигровочку мы. Немедленно. За племя. Что надо ломать их. Потом тяжелее намного будет. Просто не дают попаниться то, что я хотел показать. Отлично. То, что я хотел сделать, немножко не дают.
Поэтому нужно выиграть эту каточку, ребят. Ну что? Показать достойный бой. Отлично. Во-во-во, контроль, пошел. Хорош. Вот так вот. За племя! Отлично! Немедленно! Отлично! Гоу! Боже, они опять внизу там. За племя! Когда ТП? Я враги! Ну, что? О, боже. Как же ж они на победу хотят. На победу, пацаны, хотят. Г. Надо двоих хоронить их тут. Да ты что? За племя! Что нужно? Отлично! Ай-яй-яй! Сгинет враг! И это такое себе, ломает вторую сторону нам. Не дают контента, пацаны. Не дают. Хотят. Хотят такую тяжеленькую каточку. Не дают, пацаны, не хотят. Что нужно? Химика не забанили, я не знаю, почему химика не банят. Так, тревел есть, ребят, на всякий случай имеем. Next крит какой-то надо будет сделать. Низ у нас теперь по КД будет пушиться. И тут КД. Немножко. А должны мы тут изи выигрывать. Мы же тут фанимся, но они-то не фанятся, оппоненты, они вон жопу рвут. А мы фанимся. Я хочу именно фан-контент. А тут напряжечка идет такая, напряженочка немножко. Вообще, линочку было бы хорошо сделать, ребят. Офигенски. Господи. Отлично. Продержи его здесь в контроле сколько могу. Пойдем на мид. Что на миду суета какая-то. О, смотри, 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 смотри. Ошибочка, что ли, дядь? Хорош. Есть. А в миду что там происходит? Ломаете, да, ребят? Они уже пододелись немножко за счет того, что низ сломали. Тактически надо их. Тут опсы. В центре опсы тут. Надо тактически их выносить. Опа, еще хекс. Еще сеточка. Вот так даешь. Жесть, мы их... Вообще мы его жестко расконтролили, этого пацанягу. Ой-ой-ой. Это жестко. Давай, ломай его, ломай. Хиксы, станы же есть, ломай. Я Б. Дефну. Вот это расконтроль, изюм, да? Хорош. Ой-ой-ой. Блин, ну на самом деле, вот я жалуюсь, что контента пацаны не дали, но они дали контента, да? Такой изюм получился, пацаны на победку играют. Опа, хиксы, стан, юлы. О, вот они, хиксы, стан, юлы. А, там аганим уже есть. Но меня не возвращай, главное. И меня прям бьет, вот хейтер. Отвечаю, тупо хейтер. Вы видели, да, что делает? Стоит три героя рядом, да? Нет, именно ЕСа надо убивать. О, боже. Печалька. Ладно, ничего страшного. Так, 3300 у нас появляется, ребят. Г, сейчас драку. Сейчас. Кристалли сделаем, да, чтобы критовать. По миду толпой душанем. Забираемся. И столкаем. ИГ. Там Ксин уже с БФом. Я, в принципе, Ксина соло должен убивать. По идее. По идее, должен. Mm-hmm.
Ксениманту не делан, багает фисты. Что там за многоходовочки? Так, ребята, у нас вардики имеются. Жесть, 38-я минута. У нас минус одна сторона, у них минус две, в принципе. Отлично. Я враги. Что нужно? За племя. Надо пробежаться. Немедленно. За племя. Пробежаться надо. Отлично. За племя. Так, на самом деле ситуация такая. Немедленно. Отлично. В карте вардиков не имеется. Немедленно. Это плохо. Нам нужно под вардом, чтобы видеть драку. Отлично. Идти. За племя. Под вардом, чтобы драку идти. Отлично. За племя. Немедленно. Фиксы, станы, пошли. Сеточка. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут вот так сделаю. Отконтролить надо. За племя. Вот поэтому нужны варды. Немедленно. Варды надо. Что? Орды надо. Что нужно? Да он тебя сейчас побьет там. Надо отойти. ББ. Что нужно? Растопчу. ББшечку. Вообще надо линку все-таки. Отлично. Линку. Немедленно. Ну что? Отлично. За племя. Немедленно. За племя! Отлично! Бабах! Туда за его! Племя. Туда его! Отлично! Что нужно? Немедленно! Туда его! За племя! Отлично! Немедленно! За племя! Отлично. Убежал он. Следы по следам увидел. Вот, ну реально, хотите верьте, хотите нет. По следам увидел, что бежит панда. Есть. Что нужно? Можно. Да варды надо. Где враги? Если варды будут, будем быстро работать. Го, Тэшко. Пока нету там этого. Отлично. Трала вообще можно было пойти мид, наверное, пополомать немножко. Да хватит регениться. Чё за регены? Гоу. Йоу, Рош. Лук на Рош. Ломайте. Где там на топе? На город наших союзников напали враги. Смерть врагам. Немедленно. Я дефну. Что нужно? За племя. Ну что? Немедленно. За племя. Отлично. Лотарный алхимист. Алхимист лотарный. Отлично. Че, надо Достевичи носить, ребят, да, наверное? Отлично. Я доделаю Буризу, а дальше все остальное, ребята, так неинтересно будет. Так, ребята уже ушли. Немедленно. За племя. Эй, куда ж вы? Не надо. Отлично. Не надо, пацаны, меня нету, я далеко. О, там контроль пошел. Хиксы, станы. Ой, хорош, молодцы, ребят. Отлично. Немедленно. Ай-яй-яй. Отлично. Немедленно. Ну, они заберут тут алхимика соло. Контроль, контроль. Контроль. Фул контроль, пацаны, пошел. Сеточка туда еще, хиксы. Пока то откатывается, там еще будет. А что стоит, ничего сделать не может. Ой-ой-ой. Немедленно. Отлично. За племя. Опача. Оп. Немедленно. Да ты шо. Да ты, блин, достал на меня просто по КД эту кнопку давать. Дай жить, плиз. Жить. Жите. Немедленно. Отлично. У нас все лоу-хэповые. Все лоу хп. Этот опять здесь. Ля хейтер гринго.
Сеточка. Станчики. Ой-ой-ой. Хорош. Его контролим, пацаны. Контроль. Еще. А юла, хекс, паны, что-то там летит. Where is the timing, guys? О, и красиво. 1300 завернуло это все просто как надо. Жесть. Ну, забавно. Забавно, все равно как бы получается, да? И 1300 в конце критули закрыли всю эту контору. Ой-ой-ой. Жесть, по низу. На базу сбегаю и let's go. Химика там вообще по-страшному, сколько долго они его контролили там. Это жесть. Давайте вот так сделаем. Химик, бедолага, стоит, ничего сделать не может. Ничего сделать не может. Вот так, поехал, контроль, контроль. Ну так а там Радиенс, блин, вот этот. Отлично. Тут Радиенс, конечно, это. Контроль его. Шаман сейчас умрет просто от этого контроля, жесть. Это алхимик с Радиком. Жесть, это фан? Фан, но такой, что типа другой какой-нибудь дилетант скажет: ой, полдня убивают химика, убить не могут, лохи. Да нет, на самом деле тут не в том дело, что полдня убиваем. Тут смысл в том, что мы фанимся с ним. О, спасибо, спасибо. Неплохо. Кстати, я... Нет, я не умираю. Опа, пошло. Дополнительный подстан. Жесть. Ай-яй-яй. Гоу. Этот там сильно контрит. Есть. GG. Ребят, ну вот такой получился у нас первый игровой момент. Первая игровая катка. Немножко не то, что я хотел. Потому что я тут не на той роли, на которой я изначально хотел. Но мы сейчас сделаем вторую игру. И вторая игра будет у нас немного интереснее. Сейчас будет вторая игра. Ребятки, пойдем вторую игру. Поставьте лайк за первую, она немного потная получилась. И немножко фановая тоже. Немножко. Но сделаем переигровочку. Сделаем небольшую переигровочку. Я на шамане сыграю. На шамане очень хочу эту катку. На шамане. Ну что? Немедленно. Хорошо. Что нужно? Покажу. Что надо делать. Покажу, что надо делать. Алхимик сейчас сам законтролится. Сетки, хиксы, поехало. Жесть он, конечно. Это же алхимик, ё-моё. О, сентряк стоит. Я успею. Да ты посмотри, все у меня нажимается. Вот этот чел на трале постоянно у меня бежит. Есть. Ладно. Ладно, покурим. ГГ, ГГ. ГГ, пацани. ГГ. Интересно, они ванвеем по миду пойдут? Смотри, безвижно пытаются что-то... У тебя тревел и ТПшка, дядь. Зачем тебе? Ну за хекси. Хексанул бы. Ее тут тоже с хексами. Ай, не доигрывают. Вообще же, сейчас такую катку покажу, блин. На шаманах. На... Жаль, не могу на двух героях играть. Ну, дай сетку ему. Кто-то подпишись. Стоит крипов. Хреначит. Хреначит крипов. Там сетки надо давать. Стоит крипов, хреначит. Жесть, забавный парень. Забавный парнишка. Опа, с даггером. Ай, далековато, дядь. Далековато. О, туши. Туши, дядь, ты чё, вообще не парься.
А, ты без даггера. Вот поэтому даггер говорила, возьми, да? Хорош. Пойдет. Не заберете вы его, у него там тарасенцы. Соло сейчас побьет всех. Жестко. Меня убивать будешь, дядь, да? Стой. Все, ГГ. Красавчики, ребята, молодцы. Ребят, ну что ж, поставьте лайк за первую катку. Первая катка у нас немного получилась не такая, какая должна была получиться, но, тем не менее, она имеет место быть, эта каточка. Она все равно получилась вроде прикольная, тоже в некоторых моментах... Дефуз дал. В некоторых моментах и прикольная, и тоже с... добейте. Красавы. То есть в некоторых моментах потная, потому что пацаны играют на фул, стараются победить. И тем не менее, получился у нас такой небольшой фановый видосик. Это первый, как говорится, первая игра. И сейчас на второй каточке мы сделаем то, что я хотел сделать. Ну что, ребята, загрузилась у нас вторая игра. И сейчас я сыграю на шамане и немного по контролю. И мы сделаем таки ту игру, которую собирались сделать. Сейчас... это все замутим, ребятки. Сейчас все замутим. ЕСа нам тут не нужно, поэтому... поэтому без ЕСика будем делать эту всю контору. И получится максимально мощно, интересно и фаново. И фаново. Точно фаново. На шамане всегда фаново. Если на парне на этом... парень как его там? Парень на ЕСе. Это, конечно же, был, как говорится, небольшой такой серьезный гейм. То фановый гейм будет на шамане именно. Недостаточно золота. Перед другого. Черное копье служить тебе. Пусть парни берут другого. Не знаю, зачем забанили. Но кто забанил, я не банил. Мне все равно. Законтрим. Сыти. Законтрим. Куда ходить? Хорошо. Я тебя слушать. Умный мысль. Погнали, ребят, вот так вот. Буду сделать. Буду сделать. Хорошо. Надеюсь, ребятки, вы поняли, почему у нас вторая катка. Потому что нужно больше контента, нужно больше фана. Больше фана. Я тебя слушать. Больше фана, ребятки. Куда ходить? Кого убить? Куда делся акцент? Ты сам попробуй. Язык сломаешь. Буду сделать. Ну, смока. Где смока? Куда ходить? Алло, где смока? Говори. Здорово. Куда ходить? О, боже. Я тебя слушать. Что с ребятами не так? Умный мысль. Хитро придумано. Умный мысль. Хорошо, тут ждем. Вот он, вот он. Всех убивать. Умный оп. Пул контроль пошел, ребята. Пул контроль пошел, его туда же. Хитро придумано. Кого убить? Туда же его. Я тебя слушать. Умная мысль. Туда же его. Пул контроль. Здорово. Хитро придумано. Буду сделать. Кого убить? Все, все, все. Хорош. Пул контроль получился. Найкс проспал. Буду сделать. Хитро придумано. Блин, это забавно, я не знаю. Вот это то, что я именно и хочу. Сейчас мы будем такой фигней заниматься толпой. И это будет рафляно. Это будет рафляно. Хитро придумано. Говори. Черное копье. Буду сделать. Хитро придумано. Буду сделать. Расконтрим чувака. Хитро придумано. Буду сделать. Я не буду пушить, буду лайн до одного диапазона держать. Хитро придумано. Черное копье. Буду сделать. Наши воины вступили в бой. Что с тобой, друг? Он умирает. Здорово. Хитро. А сейчас у тебя маны не будет, да? Я тебя слушать. Умная мысль. Буду сделать. Оп, пошел, фул контроль. Тарент под эту тему нажимается. Молодец. Стан. Буду сделать. Хикса туда еще.
Full control. Вот оно, вот оно. То, что я хотел. Вот на шамане уже другое будет дело. Хитро придумано. Куда ходить? Здорово. Хорошо. Он буду сделать. Буду сделать, он умирать. Здорово. Вот это то, ради чего мы здесь сегодня собрались, ребят. Сейчас покажу. На шамане это будет вещи. Правда, шаманы Хекс немного слабенькие, в отличие от Леона Хекса, да? И мне нужно раскачивать в любом случае молнию, чтобы выигрывать соло мидера. Но я думаю, мне будут если помогать, то в принципе я могу не раскачивать. Я тут в роли максимально лютого дизейблера должен выступать. Что я, соответственно, и буду делать. Хитро придумано, как говорится. Давайте немножко запулимся. Запулимся. Он умирать. Так, отойдем на руну, да, давайте. Куда ходить? Куда ходить? Буду сделать. Буду сделать, куда ходить? Хитро придумано. Так, Нага там не фармит, да? Тебя слушать. Но Наги не нужно фармить, надо подгангивать. Нага тут... Буду тут смысл делать. Такой, что Нага это 4. В этой комбе. Так, ну Хекс... 2 секунды, я Ершоки буду раскачивать. Я 3-3-3 билд сделаю, будет нормально. 3-3-3. Обходите. Я тебя слушать. Обходите Хитро его. Придумано. И все. Здорово. Он не подходит, боится. Боится. Умный мысль. Обойдут, я начну пушить. Когда позиции займут свои. Умный сейчас мысль. Это вторая пачка. Сеточку в макс. Хитро придумано. Здорово. Ге, пушу. Кого убить? Хитро придумано. Умный мысль. Т2 убежал. Здорово. Го, го его. Хорош. Что ты делаешь? Что с тобой? О, я повис. Nice. Я повис. Хорош, вот он, full control. Full control, ребята. Да, на кунке у нас парень совсем не доигрывает. Очень сильно нервничает. Давай, давай. Я тебя слушаю. Чисто описывает наше состояние игровое. Отвечаю. Куда ты бежишь? Боже, серьезно, что он делает? Я отвечаю, просто от души посмеялся. Побежали под тауэр этот. Ой, я давно так не смеялся, извините, пацаны. Это чисто. Я аж покраснел, не реально. Буду сделать. Хитро придумано. Буду сделать. Здорово. Умный мысль. Что за фигня? Извиняюсь, ребят, чисто. И удержался. Я прошу прощения, это. Умный мысль. Чисто разрывная была. Чисто разрывная, ребят, извините. Мид. Го. Г. Хитро придумано. Это ну вот так вот. И стой, да? Хитро придумано. Чисто сорян, ребят. Умный мысль. Буду сделать. Умный мысль. Чисто разрывная. Говори. Гоу, говори. Да буду ты ж. Хитро придумано. Буду оп. Full контроль. Хитро придумано. Умный мысль. Хорошо. Всех умный мысль. Хитро придумано. Пойдет. Вот то, что нам нужно. Вот тот самый видос, который я хотел, ребят. Ну вот реально, вот другое дело. Умный мысль. Аркана, Леон, Нага. Плюс. Урна.
Я тебя слушать. Хитро придумано. Урна. Хаос. Кого убить? С меня контроль. Умная мысль. Здорово. Жесть. Умная мысль. Буду сделать. Хитро придумано. Мидганг. Здорово. Говорит. Буду сделать. Хитро придумано. Так, сетку я размаксил, да? Сетка — это мой основной контроль. Держимся. Пока что фармим. Я не хочу ломать Т-шку, потому что придется за Т2 тогда загуливать. Тогда за Т2 придется загуливать. Иду топ. Го. Фул. Контрол. Фул контрол. Let's go. Я могу законтрить фуловом. Говори. Умная мысль. О, ты подаешь. Хитро придумано. Здорово. Я тебя слушать. Хитро придумано. Умная мысль. Здорово. Так делаю. Умная мысль. Здорово. Хитро придумано. Наши воины вступили в бой. Куда ходить? Хорош. Здорово. Отойду немножко под контр. А где корабль? А, корабль не буду. Нет еще корабля. Понял. Погнали на мид. Пойдет. Загул нормальный получился. Немножко не доиграю, но Найкса забрали. Забрали. Чаще нужно. Все по ТПшке. Дали. Так, первое, что мы соберем, это, конечно же, Иул, ребятки. Я всегда на шамане первым делаю Иульчик. После Иульчика можно будет делать вещи. Иульчик, да герочек. Пойдем на руну. Ух, там контроль идет. Умная мысль. Я тебя слушать. Здорово. Умная мысль. Буду сделать. Так, ну, наверное, возьмем. Буду сделать. Сетку я замаксил, а тут сделаем 3-3, да? Ну, 2-3. Чтобы молния работала. И суету наводить. Буду сделать. Хитро. Сейчас внизу надо, Го, Найкса. Умная мысль. О, здорово. Хитро придумано. Здорово. Ты шо? Буду сделать. Умная мысль. Да ты шо? Да ты шо? Ой-ой-ой. Ребята на серьезке решают меня подушить. Между прочим. Умная мысль. Хитро. Между прочим. Умная мысль. Умная мысль. Но я могу сгореть от пассивки, правда. Бегу. Хитро придумано. Сгорел от пассивки, да? Кого убить? Жесть, под Т2 просто. Ребята, есть телепорты? Просто от пассивки сгорел. О, хаос сейчас умрет тоже, да? Да уж. Ладно. Но я не рассчитывал тут умирать вообще никак. Вообще никак. Ребята фармят. Фармят. Нага сетку раскачала. Давайте, наверное, немножко поагрессивнее будем играть в плане того, что... Что-то меня сейчас так банально убили, что аж как там... Не по себе становится, что надо агрессивнее работать. Куда ходить? Здорово! Буду сделать! Хитро придумано! Здорово! Феникс улетит, но он сломает за собой деревья. Давай, давай, там ТП-шка есть, интересно? Вон, лазером бегает. А, бузит. Айса бузишь, дядь. Хорошо. Контроль, пацаны. Ух, там мне пальцу дал. Еще вот этого, го. Туда же его, сеточку ему, бро. Сейчас даст. Сетку, брат. Хорош. Оп. Хорош. О, жесть. Там вообще Феникс, видели, полетел, забагал. Забагал, полетел.
Он на кайфе, парень, на чили, на расслаболе. Хитро придумано. Буду сделать. Я тебя слушаю. На чили, пацаны. Хитро придумано. Буду сделать. Здорово. Так, ну это юльчик надо делать, да? Черное копье! Ребята там решили пойти по контролю. Так, фул контроль пошел. Еще хикса туда. Нифига себе, ребята. Да, Феникс все захиливает. Я мид вернулся, потому что нету расходника. Я руну подожду. Чуть покурят пусть пацаны. Чуть пусть покурят. Никого не щадить, никого не убивать. Нага заруинила всех крипов. О, не надо, дядя, пожалуйста. Этот сейчас до Талова будет бежать. Да? Успею забрать, интересно. Не успел. Ай-яй-яй-яй-яй. Грязные людишки уничтожены. Жесть. Конечно, да, хреново. Хреново. Нага, блин, забрала вот этих двух крипов, я бы ушел бы просто. Ну, пойдет. Пойдет. Давай-давай, убивай его, дядь. Стан же есть, все есть. Умирает чувачок. Ай, змеи пропали. Так, ну Юл, Юл, где Юл? Вот Юла не хватает, да? Восьмая минута Юл обычно делается. Черное копье, вот так сделаю. Говори. Хорошо. Все, гоу. G. Юл есть, можно контролить. Вот этот первый будет, первая жертва. Давай, давай, ТП, ТП, ТП. О, хорош. 4 секунды. Хейтим. Оп. Бедолага. Full control. Вот этого full control. Еще туда же его. И Рубена бы догнать. Буду сделать. Full control. Буду сделать. Умную мысль. Буду сделать. Пуш. Куда ходить? Со спины под контрем. Хитро придумано. О, 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 го. Full control. Буду сделать. Идем. Хитро придумано. Хорош, хекс. Хекс. Станы. Стан еще. Хекс. Вот оно, вот оно. Full control. Full control. Есть такое дело. Хорошо, next до герочек. Хорошо. Пуш мид. Вылез. Вот он, full control. Ах ты, Шнаклис. Шнаклис украл у нас. Это Шнаклис. Шнаклис, а? Стан. О, вот фен, блин, как же он мешает. А? Фен очень сильно мешает. Буду сделать. Хитро придумано. Оп, туда еще сетку. Буду сделать. Яйцо, бей, бей, бей. Хорош, не растерялись, подкатили, вот он. Хорош, вот этого туда же. Буду сделать. Хитро придумано. Умная мысль. Я тебя слушаю. Надо уходить здесь. Хитро придумано. Надо уходить. Куда? Хорошо. Умная мысль. Хорошо. Хитро придумано. Умная мысль. Хитро придумано. Буду сделать. Go. Я тебя слушать. Наши войны. Хитро придумано. Буду сделать. Хитро придумано. I vision. Здорово. Умная мысль. Ну, заберу я его. О, нет, не заберу, да? Хитро придумано. Блин, как же фен мусорит здесь, а? Фен мусорит очень сильно в этой катке. Очень сильно. Да, еще вижен сейчас. Фена надо фокусить первым. Он очень много грязи делает. Просто этот лазер и не можем пробить. То есть наша основная задача это, блин, опять-таки, да, ребята стараются, да, на победу играть. И наша основная задача, вот он все, вот он просто перебьет сейчас все то, что мы делаем. Хикса ему туда и бить его. Ребята, контроля. Так, я пошел тоже, го.
Давайте вардик купим. Контроль. Го-го-го. Пена бы забрать. Хитро придумано. Никого не щадить. Станчик. Хорош, 3 секунды. Буду сделать. Оп, еще контроль. Умный. Хорош, дальше. Хитро придумано. Здорово. Так, сделаю его. Хитро придумано. Хорош. Всех убивать. Сеточку туда еще. Вот сюда сеточку. Пацаны, работаем. Жесть. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Да герочек не за горами. Да герочек не за горами. И это что, тебе было? Дай мне варды. Т2 сломаем, надо герочек. Сейчас пойдем, не ссы. Пацаны там сами себе ману дают, да? Я тебя слушать. Здорово. Говори. Я тебя слушать. Пацаны маны не дают, а сейчас сами там понаюзали. Хитро придумано. Буду сделать. Буду сделать. Тут ждем. Куда ходить? Найкс придет сейчас по-любому. Или Рубик. Буду сделать. Пошел контроль. Сеточка. Буду сделать. Оп. А, фен там, блин. Вещи грязные делает. Здорово. Грязный феникс. Если там у меня хп нет тоже. Пойдет. Здорово. Вот это то, что я хотел. Суета. Здорово. Хитро придумано. Здорово. Отходим. Я тебя слушать. Умный мысль. Фармы. Говори. Парни. Куда ходить? Сейчас руна будет как раз. Буду сделать. Да герочек я сделал. Найс. Несмотря на то, что чуть подыхаем, да, часто. Но Феникс, Феникс очень много грязи делает, да? Такой грязный. Грязный герой, очень много. Реально грязи. Сейчас да герочек будет. Чуть дагер. Я тебя слушать. Кого убить? Вот сюда заходишь, говори. Эдуард, если будешь пересматривать. Сюда заходишь и сам разбиваешь. Ты сам попробуй. Вообще ничего сложного. Буду сделать. Даггер есть. Буду почти, да? Буду сделать. Все, есть. Что придумано? Кого убить? Есть даггер, можно работать. Отлично. Говори. Начинается фулл контроль. Надо вообще забиндить эту тему. Давайте забиндим. Фулл контроль, а чё? Фулл контрол. Full control, вот так будем писать. О, вот так, найс. Хорошо, забиндили. Буду сделать. Умная мысль. Так, ну он по-любому не один на огре. Хитро придумано. Буду сделать. Куда ходить? Full control. Здорово. Хитро придумано. Умная мысль. Здорово. Вот сюда, в Феникса нафиг все сразу. Здорово. О, прикинь, отпустил его. Я, если бы я его не отпустил, намного лучше было бы. Я его отпустил. Внизу некр, да? Наши воины вступили в бой. О, сеточка. В отмесочку. Ой, бро, не туда даешь. Оп, хорош. Умная мысль. Хитро придумано. Здорово. Вот так сделаем. Умная мысль. У контрол. Бей. Немного не по таймингам, но... Да бейте, не бойтесь его. Бей! Как же они его боятся? Моя команда. Я не боюсь, стою. Я знаю, что мы убиваем спокойно. У нас столько там контроля. Нет, они боятся. Они влево-вправо бегают, боятся. Забрали бы изи. Ах, честь. Я вот здесь отпустил вообще не в тему. Тоже. Моя ошибка. Но опять-таки сейчас ошибка, пацаны. Вообще что-то разочаровывает немножко, ребят. Ну ладно. Го. Я вообще не должен дохнуть. У меня 4 смерти уже. Ребят, это плохо. Ну да ладно. Го, ищем контроль.
Хитро придумано. Внизу весь состав, да. Вон, он один, он один. Кого убить? Он один, гора с контролем. Full control. Буду сделать. Хитро придумано. Здорово. Вот здесь встречу. Говори. Ах ты, крыса. О, хорош. Он умирает. Здорово. Оп, туда же. Буду сделать. Хорош. Здорово. Умная мысль. Некро. Хитро придумано. Пацаны, на Юлу его посажу. Здорово! Буду сделать! Здорово! Буду сделать! Хитро придумано! На город наших союзников. Умный мусор! Вот этот хитро вот! Придумано. Умный мусор! Таракан! Буду сделать! Здорово! Куда ходить? Таракан на Фениксе! Кого убить? Я тебя слушать! Буду так, сделать. Спить надо, да? Контроль. Наши воины вступили. Кто мне стан дал? Хорошо, понял. Буду сделать. Город наших союзников. Сетку, брат. Кого убить? Хорош. Хитро придумано. Даю. Умный мысль. Здорово. Буду сделать. Пойдет. Ну, Б. Хитро Б. Придумано. Буду сделать. Умный. Не-не-не. Он там. Говори. Сетка, одна ошибка, и я погиб. И все. Умную мысль. Я тебя слушаю. Full control. Руну оставь. Захилюсь. Умную мысль. Хитро придумано. Буду сделать. То есть они, конечно. Здорово. Хитро придумано. Пацаны, здорово. Контролят там, да? Умную мысль. Мне стана кто дал, думаю? Кто стана дал? Хитро. Давайте глиммер сделаем еще, так как там много магии, нужно активничать. Вот тут сейчас одна хитро тычка тавору в Т2 можно идти. Некр с даггером. Буду сделать. Умный мысль. Хитро придумано. Хорошо. Умный мысль. Всех убивать. Еще желательно тревела купить. Умный мысль. Хитро придумано. Приказывай. Говори. Я тебя слушать. Буду сделать. Умный мысль. Хитро придумано. Хорош. Full control. Здорово. Я тебя слушать. Full control. Хитро придумано. Побежал на Найкс. Ну добить надо, ребят. Ладно, змеёна сейчас ставлю. Умный мысль. Full control. Куда ходить? Туши его. Full control, ребят. Хитро придумано. Буду сделать. Ну не заберем теперь. У него так регент будет высокий теперь. Сейчас еще если... Оп, хорошо. Умный мысль. Ну это печально. Умный мысль. КЗ, боитесь чего-то? Кого убить? Чего бояться? Здорово. Хитро не бойтесь. Я тебя слушать. Буду сделать. Хитро придумано. Боятся. Буду ребята сделать. Немножко. Здорово. Хитро придумано. Здорово. Буду сделать. Да, не понимают. Драка. 5x5 идет. Сразу слейте нужные цели. Все. Когда драка будет 1 на 5, да, тогда можно пофаниться. А так они... Получается, ребята не выкуривают контору. Змеи приходится тыкать просто в драку на помощь, потому что дэмэджа ребята не будут вливать, они будут контролить. Вот поэтому иногда полезно играть с дискордом, да? Но я не люблю катки с дискордом, ребят, потому что... Ну, катка с дискордом это... Такое себе. Здорово! Умная мысль! Катка с дискордом такое себе. Хитро придумано! Наши воины вступили в бой. Кого убить? Я тебя слушать. Умная мысль! Дядь, опасно делаешь. Буду сделать! Умный мысль. Здорово. Умный мысль. Здорово. Буду сделать. Хитро придумано. О, не-не-не. Я отхожу, ребят. Умный мысль. А что? Full control пролетел. Они вон все в пятером ходят, да? Умный мысль. Хитро придумано. Буду сделать. За вот эту наглость. Здорово.
Хорошо. Умная мысль. Кого убить? Буду сделать. Здорово! Буду сделать. Ах, не добил, прикинь. Лоу хп вообще остался. Ладно, го на базу. Я тебя слушаю. Ой, сетку кинет. Full control, бро. Ой, не выжил. Хорош. Пойдет. Гоу. Ребята, за full control. Феникс очень много грязи делает. Просто выжигает. Чистый дэмэдж, вот он. Зафокус от фена. Хорошо. Вот этого чувака можно? Жесть. Куда ходить? Буду сделать. Здорово. Отойду. Умная мысль. Говори. Хитро придумано. Ой, ну нет, не могу я тут. Ну вот так можно попробовать. Буду сделать. Хитро придумано. Кого убить? Умная мысль. Здорово. Ты что там, кофе пьешь? Дядь, у тебя же все есть. Я тебя слушать. Говори. Здорово. Не хватает дамаги. Хитро придумано. Дамаги не хватает мне. Соло не хватает дамаги. Умная мысль. Кого убить? Все, у нас минус Леон, походу, да? Поломавси контент. Хитро придумано. Здорово. Наши воины вступили в бой. Умная мысль. Так, ну что? Глиммер делать или Аганим? Мы, в принципе... Блин, но Аганим все равно must have. Сделаем Аганим. Надо контролить пацана на этом. На Фениксе. Грязно очень делает. Очень просто мы... Да, находим цель какую-то, да? Интерес появляется. Он вылазит такой, я тут. Феникс, да, бесит. Хитро придумано. Буду сделать. Хитро придумано. Умная мысль. Буду сделать. Корабль, блин. Хитро придумано. Жесть. Нету ульты. Куда ходить? Вернее, она есть. Говори. Икс. Буду сделать. Хитро придумано. Кого убить? Всех убивать. Куда ходить? Я фигню тотальную сделал сейчас. Буду сделать. Буду сделать. Умная мысль. Хитро придумано. Умная мысль. Здорово. Пойти. Умная мысль. Хорош. Кого убить? Буду сделать. Оп, найс. Еще можно подконтрить. Бей. Бей. Кого убить? Ай, чуть-чуть не хватает, прикинь. Здорово. Не хватает урона в драках. Умная мысль. Не хватает, ребята. Кого убить? Буду сделать. Магии много очень. Здорово. Нужно кайтить драку. Хитро придумано. Буду сделать. Здорово. Буду сделать. Хитро придумано. Магии очень много. Давайте, огоним. Ну, фан, тоже такая потненькая катка получается, что первая, что вторая, но тут все равно выиграем. Куда ходить? Я тебя слушать. Кого убить? Куда ходить? Я жажду слушать. Кого убить? Буду сделать. Я тебя слушать. Куда ходить? Кого убить? Здорово! Я тебя слушать. Кого убить? Буду сделать. Всех убивать. Full control. Делай вещи. Ну что, ситуация у нас по игре крайне тяжелая. Наверное, будем по чуть начинать пушить. Потому что не хочется это всаживать. А тут должны выиграть. Next линку сделаем. А вот тут можем найти. Сейчас ждем тут. Я тебя слушать. Умная мысль. Некор. Буду сделать. Здорово. Буду сделать. Геге. Умная мысль. Змею ставим. Буду сделать. Я в рипера улечу 100%. Умная мысль. Буду сделать.
Ой, 4 секунды, но я затушу за 4. Хорош. Затушу за 4. Некор и Феникс много делают. Он опять, он там Феникс ББ нажал, да? Мне нельзя первым прыгать. Все, у меня нажали, я там уйти не могу. Тяжело намного. Намного тяжелее. Оппозиция сильно идет. Сильная позиция. Радик на Фениксе. Радик на Фениксе. Хорош на ТП. Под опсами ловить и пушить надо. Пока отмена. Фармим. Пока что отмена. Нужно немножко на колени, вернее, на колени встать. С колен встанем и начнем дальше делать, ребят. Нужно немножко сбалансить игру. Нужно пару драк выиграть. Поэтому давайте потничок в студию. Full control. Буду сделать. Хитро придумано. Хорошо. Я тебя слушать. Говори. Глиммер. Умная мысль. Глиммера делайте. Буду сделать. Хитро придумано. Пена надо законтрить. Хитро придумано. Просто не выпускать его вообще. С кнопок. Здорово. Буду два сделать. Можно. Хитро придумано. Буду сделать. Два можно. Умная мысль. Буду сделать. Аккуратненько сейчас вот так сделаем. О, хитро придумано. Хорошо. Он умирать. Буду сделать. Хорошо. Здорово. Ботлик скинем. Говори. Змеи будем в Т2, если мысль. Что, пихать. Здорово. Хитро придумано. Здорово. Буду сделать. Блин, потная игра получается на самом деле, ребят. Реально, я даже не ожидал, что так выйдет. Вроде фан-фаном, да? Там некор вон. Ну, некор бы сразу зацепить бы. Было бы круто, но там поддержит. Там, по-моему, этот Огр в Найкс залез. Найкс в Огр залез. Блин, не дадут. 5x5 не потянем. Не потянем, мы не тянем драки. Не потянем, ребят. Не потянем. Буду сделать. Говори. Если только позиционку они потеряют, да? Куда ходить? Кого убить? Здорово. Позиционку потеряют. Куда ходить? Умная мысль. Здорово. Умная мысль. Наши воины вступили в бой. Говори. Здорово. А чё, это я ХГ пойду сейчас, да, ребят? Буду сделать. Пока пацаны там разминают, я походу ХГ пойду, да? Кого убить? Хитро придумано. Буду сделать. Ну да. Хитро придумано. Пока пацаны разминают, я делаю стандартную катку шамана. Здорово. Хитро придумано. И сейчас у меня откатится. Куда ходить? Кого убить? Хорошо. Я тебя слушаю. Да ты ж. Хитро придумано. Буду сделать. Го, Феникса нету. Кого убить? Наши воины хитро придумано. Буду сделать. Он умирать. Найкса туда же надо. Хитро придумано. Буду сделать. Феникса нету, Феникс остался. Здорово. Умная мысль. Здорово. Оп. Full control, бро. Про тайминг, плиз. Хитро придумано. Буду сделать. Хорошо. Хорош. Отлично. Вот это вот туда же, Г. На характере, ребят. О, некор, некор, если зацепим, будет хорошо. На гора напрыгает. Буду сделать. Здорово. Буду сделать. Умная мысль. Буду сделать. Умная мысль. Бейте, плиз. Мужчины настоящие. Молодцы. Ломай, ломай. Хитро придумано. Буду сделать.
Здорово! Умная мысль! Хорошо. Хитро придумано. Вуду. Здорово! Хитро придумано. А тут опас можешь. Б. Умная мысль. Я тебя слушать. На город наших союзников. Б. Напали враги. Б. Б. Нету хп, чтобы драться. Кого? Леона потеряем. Нормально. Здорово. Нормально. Хитро придумано. Пойдет. Хитро придумано. Жалко, сюда некуда было тинкера запихнуть, чтобы вечных хикса держать. Но тут, тут тупо такой расчет такой, что именно full контроль заключается в этих героях, которые здесь. Нага помогает контролить БКБ. Этот помогает контролить начальную стадию. Я помогаю контролить всю игру. И также и Леон помогает контролить. А Хаос тоже контролит Линку. То есть как бы Линка через первый пробивается. Вот и вся игра. Умная мысль. Вот и все, ребята. Говори. Умная мысль. Хорошо, умная мысль. Чем могу помочь? Где там мой бустер? Вот он. Хорошо. Есть змеи, они сейчас, по идее, в ХГ запрутся немного. Будет полегче тем, что... они будут искать, где фармить. На Икс где-то соло пойдет. Вот здесь Веншин так пофармит. Давайте два варда купим. Нас не справляются, ребята. Вот там 100% кто-то будет. Погнали. Буду сделать. Погнали. Найкс какой-нибудь. Буду сделать. Умная мысль. О, это Рошан, кстати. Буду сделать. Умная мысль. Хитро придумано. Это Роша. Кого убить? Умная мысль. Хитро придумано. А Феникса не заберете, буду, ребят. Сделать. Не заберете. Говори. Умная мысль. Хитро придумано. Всех убивать. Я тебя слушать. Умная мысль. Здорово. Говори. Найс, минус мид. Буду сделать. Я тебя слушать. Хитро придумано. Говори. Здорово. Там Роша. Кого убить? Говори. Буду сделать. Так, но мид я подпарафинил им немножко. По кайфу. Пусть пацаны потеют. Вообще, беспроигрышный такой вариант, шаман, типа, не можете драться, да, пошел запушил. То есть, ну, очень даже такой универсальный персонаж. Мне это очень нравится. Крысиное нападение, только full control. А видите, не дают контролить, потому что пятером бегают постоянно. Хорошо. Я их просто растягивать буду на опыте и все. Пацаны потеряться должны по катке. Вон, на топе вчетвером будут стоять дефить. Не, чтобы разделиться. Два на дефе, один на низ побежит, там телепорт сделать. Они будут толпой бегать. Пойдет, не добью, но пойдет все равно. Умная мысль. Кого убить? Куда ходить? Хитро придумано. Да, там говори. Радик, если багается, вообще не очень. Кого убить? Не очень. Здорово. Будет. Буду сделать. Но катка кайф. Здорово. Кайф, потно. Что первая, что вторая, довольно-таки интересно играть. Но контент, по минимуму контента, максимум интереса и потничка. Вот дай мне Октарин дофармить, да? Буду сделать. Умная мысль. Здорово. Кого убить? Пен. Умная мысль. Буду сделать. Умная мысль. Здорово. Умная мысль. Здорово. Буду сделать. Здорово. Буду сделать. Кто там? Я тебя слушать. Куда ходить? Здорово. Хорошо, full control. Умный. Отлично. Здорово. Умный. Отойти надо. Говори. Хитро придумано. Там под этими кнопками. Хитро придумано. Здорово. Слишком. Я тебя слушаю. Слишком имбово под хитро этими придумано. Кнопками. Буду сделать. Хитро придумано. Слишком имбово. Кого убить? Я могу пойти змей поставить, конечно, но... Умная мысль. Регенчик. Кого убить? Умная мысль. Кто-то тут сейчас потеряется, отзвонится. Умная мысль. Хорош, 4 сетки там, full control. Сетки, 4 Давай. Секунды стана. Добрый Куда вечер. Ходить? Хорошо. Буду сделать. Я тебя слушать. Мид, пацаны. Гоу, гоу, гоу. Я Зацепим. Тебя слушать. Буду сделать. Здорово. Буду сделать. Хитро придумано. Здорово. Кого убить? Хорошо. Умная мысль.
Буду сделать. Умная мысль. Убежим, убежим. Хитро придумано. Умная мысль. Хитро придумано. Давай. Умная мысль. Хорош. Здорово. Умная мысль. Здорово. Хитро придумано. Красота, би. Буду сделать. Хитро придумано. Кого убить? Красота, би. Умная мысль. Full control. Я тебя слушать. Хитро придумано. Говори. Красота, би. Чи доминихи. Куда ходить? Чи доминихи сделали, пацан. О, го. Го, го. Го, го. Контрол. На город наших союзников напали. И Нага не успела. Вот он один, вот такие моменты надо цеплять и глумиться над ними. Но блин, там опять-таки некр на фул. Фул хп просто убегут за время. Хитро придумано. Здорово. Жесть. Буду сделать. Хитро придумано. Гоу, 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 гоу. Фул контрол. Здорово. Говори. И вон он уже остановился там. Хитро придумано. Хорош. Умный мысль. Буду сделать. Умный мысль. Дай, да. Буду сделать. Хорош. Full control. Не успел, брат, дать. Не успел. Вот этому давай, даешь. Блин, у меня проблемы. Сейчас ультанет фен. А нет. Отходим. Нафиг такое удовольствие. Такой... О, Феникс маленький. Бладлаз дал ему парень во время хикса. Нормально, маленький. Мини-фен. Я по низу пробегусь пока. Ухожу, драку бросаю. Но таких хп нафиг-то надо. Ребята дерутся, да? До последнего, пацаны, решили. Ну, смысл, что я туда пойду сейчас. Смысла нету. Умная мысль. Я тебя слушать. Здорово. Хитро придумано. Буду сюда. Куда сюда? Куда наши воины вступили в бой? Здорово. Надо им вторую сторону сломать, чтобы они по одному расходились. Всех убивать. Кто там пошел? Нага иллюзий. Хитро придумано. Кого убить? Я тебя слушать. Умная мысль. Здорово. Никого не щадить. Всех убивать. Наши воины вступили Буду в бой. Сделать. Хорошо. Здорово! Умная мысль! Куда ходить? Фен. Здорово! Хитро придумано. Мини-феникс. Куда ходить? Умная мысль! Здорово! Буду сделать. Так, вот сюда. А мне хилочку можно? Я варды как купил, так они у меня и лежат. Надо их поставить. Надо их поставить. Так, ну, блин, катка все равно кайф. Куда ходить? Интересно. Но фул контролить не дают. Пятером. 5 на 5 замесы всегда. Опа, законтролил. Сейчас поставим варды там, где они редко бывают. Вот здесь, например. Поставим. Хилочку закинем. Леон. Эй, эй, все, работает? Работает микрофон нормально? Не знаю, работает он нормально или нет. Куда ходить? Говори. Умная мысль. Здорово. Куда ходить? Буду сделать. Кого убить? Говори. Не знаю. Ребята на топе, да, там? Хитро придумано. Здорово. Куда ходить? Куру. Варды. Кого убить? Хитро придумано. Здорово. Буду сделать. Хорошо. Здорово. Фул контроль, что ли, там? Да не, тут попушить просто. Говори. Куда ходить? Хитро придумано. Дай, 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 возьму. Говори. Буду сделать. Оп, хорош. Умная мысль. Здорово. Ладно, не до вардов, ребят, честно скажу. Буду сделать. Согласен Здорово. С вами. Хитро придумано. А не собьем мы их тут, блин. Буду сделать. Пен яйцо как ставит, это почти не сбить. Так, ну тэшку я доковырял. Буду сделать. Умная мысль. Найкс там. А покашет. Нага на топе. Найк, здорово. Умная мысль. Дорогой. Здорово. Давай я тебя поконтролю чуть-чуть. Кого убить? Хитро придумано. Буду сделать. Куда ходить? Забавно. Так, надеюсь, с микрофоном все нормально, потому что у хайперов есть
небольшой баг, когда у тебя проводочки... Проводочки слетают. Я потом, может, пи-пи-пи-пи-пи, вот такой звук быть. Буду сделать. Сейчас я это все проверю. Так, так, так. Надеюсь, все нормально, ребят. Надеюсь, не заруинится видосик. Хитро придумано. Кого убить? Здорово. Говори. Надеюсь, не заруинится. Пятером раскатывать, это понятно. Все раскатывают. Куда ходить? Где там Леон? Кури. Вард и Леон. Блин, а Вард там сняли, найс. Вот тут Вард стелс сняли. Найс, находят Варды, такие гений. Такой гений. Варды снимает, которые никто никогда не чекает. Я тебя слушать. Вот тут сняли Вард. Прикинь. Умная мысль. Здорово. Есть. Так, full control. Хитро придумано. Здорово. Хитро придумано. Чел на Рубике. Буду сделать. Снимает. Ну да, ну да. Full control. Ой, сорян. Хитро придумано. Full control. О, Тарантино. Буду сделать. Хитро придумано. Феникс пришел. Давай ему хикса. Здорово. Нафиг. А, нет. Хитро придумано. Не дает хикса. Да ты что, видишь. Здорово. Меня? Буду не успел. Но мне тут ГГ, скорее всего. Здорово. Кого убить? Давайте змей придумано. Поставим. Джи. Мне нельзя. Жесть. Жесткая игра. Если меня цепляют, то шансов у нашей команды максимально мало. Уже не получится. Я не сломаю, а там, если что, они рассредоточатся. Нормально будет. Не дают пацаны, да, контента немножко. Но все равно, получилось что-то, да получилось. Но катки мощные, получаются у нас аппетитные. И full control также имелся. Немного. В начале там раз подконтрили, два подконтрили. Все равно фаново, почему нет? И оппозиция хорошая. Типа, если бы мы не фанились, мы бы уже давно, конечно, закончились. Но хочется... Мне, как контент-мейкеру, который старается следить за качеством контента, хочется вот, да, вот, чтобы каточка была, ну, вот, на уровне, да, вот, чтобы... Блин, вот, такого не было, я такого еще не видел, знаешь, вот, что-то такое хочется делать. А не так, что там выиграли просто и все, типа, знаете, ну, так, неинтересно, понимаете? Опа, хаос, дорогой, убежишь? Так, в миду они, да? На, ребята, дальше. Да. Ну, смываем крипчиков быстренько и заходим. Буду сделать. Смой. Хитро придумано. Здорово. Буду сделать. Умный мысль. Кого убить? Хитро придумано. Умный мысль. Здесь глифится. Хилится. Я тебя слушаю. На город наших союзников напали враги. Full control, go. Здорово. Хитро придумано. Full control, дядь, ну тебе надо убегать. Буду сделать. Потому что хитро тут таверна тебя сейчас будет. Здорово. Всех убивать. Он умирать. Full control. Умный мысль. Кого убить? Здорово. Буду сделать. Здорово. Ай, крыса в крипа. Умная мысль. Здорово. Эдуард, это Эдуард, он никогда не доигрывает. Хитро придумано. Парнишка. Умная мысль. Буду сделать. Всех убивать. Здорово. Говори. Господи, бедолага на Эдуарде. Хитро придумано. Здорово. Я тебя слушаю. Хорошо. Здорово. Умный мысль. Жесть. Наши воины вступили в бой. Топ.
Буду сделать. Хитро придумано. Умный мысль. Full control. Буду сделать. Тут уже нельзя full control, там ребята не успевают. Здорово. Хитро придумано. Буду сделать. Full control. Хитро придумано. Оп. Хорошо. Буду сделать. Хитро придумано. Здорово. Умный мысль. Вот оно, вот оно. Здорово. Жесть. Я тебя слушаю. О, и тебя туда же, дядь. Да не надо мне, у нас все ок, тут все под контролем, бро. Ой, я тут вообще контроль... Я просто пытаюсь тебе контрол-вэшить еще. Full control. Бедолага. Ой-ой-ой. Ну пойдем топ сломаем. Жесть. Я тебя слушаю. Вот. Вот то, что надо. Как договаривались, ребят? Как договаривались? Вот он сам full control. Какая контроль? Контроль потерял вообще. Жесть. Я просто control вешать пытаюсь. Мне, чтобы это сделать, мне нужно вот так вот руки постоянно перемещать. Поэтому немного проблематично. Хитро придумано. Здорово. Буду сделать. Но на этом будем тут заканчивать. Умный нечего мусор. Тут тянуть. Здорово. Хитро придумано. О! Буду full control. Хитро придумано. Куда ходить? Буду сделать. Здорово. Буду сделать. Хитро придумано. Оп. Пацанятки далеко. Умный мысль. И ульчик. Сейчас и ульчик, еще хекс. Еще шеклы. Я умер, пацаны, пишет. Ну, найсся. Так, Несаш у нас, походу, отъехал. Маны, правда, нет. Но мне не хватит на шеклы. Но сейчас надо хекс давать, по-любому. Говори. Хекс, по-любому, давать. Потому что хекс мгновенно дается там. Без всяких анимаций. Так, давай отлагивай. Ну вот то, что и требовалось. Да, каточка, кайф. То, что нужно, ребят, то, что нужно. Жесть. Нет, на шеклы. 42 маны. Буду сделать. Оп, есть. Надо уходить. Здорово. О, все, кажите, я отсюда уже не уйду. Здорово. Хитро придумано. А, успею уйти. Сейчас хекс пропадает. Давай. Сразу блинкаут. Есть. Блинк. Боже, что за пауза. Хитро придумано. Ой-ой-ой. Буду сделать. Здорово. Умный мысль. Здорово. Умный мысль. Хитро придумано. Здорово. Оп. А, 3 секунды дает. О, найс, а тут за хекс. Здорово. Хитро придумано. Хорош. Здорово. Я тебя слушаю. Хитро придумано. Оп. Кого убить? Full control, дядь. Умный мысль. Блин, но все равно это кайфово, ребят. Пробуйте это с друзьями, делайте вещи. Это реально жестко. Это реально жестко, ребят. Стан хаус даешь? Даешь, дед? Ну ладно. Буду сделать. Не даешь, ну ладно. Умный мысль. Буду оп, сделать. Сюда еще. Это умный просто мысль. Нереальная имба. Здорово. Умный мысль. Никого не щадить. Хитро придумано. Full control. Хорош. Но мне эта катка, в принципе, понравилась больше, чем прошлая, ребят. Реально. Реально катка, ну, интересная получилась. Реально катка интересная. Но они обе потные, ребятки. Поэтому попрошу вас поставить лайк на этот видос. Конечно же, репост на своему другу, который не подписан на мой канал, чтобы он подписался и посмотрел этот фановый видос. Ну и, в принципе, все. Пишите свое мнение по поводу этой катки. Пишите, что бы вы еще хотели видеть, ребятки. На этом все, друзья. С вами был Ксеназос. И до скорого.